Работа этих специалистов подчас незаметна. Пожалуй, далеко не каждый человек сходу ответит на вопрос, кто такой школьный завуч. Между тем, именно от завуча во многом зависит качество учебного процесса. Елена Крылова в должности заместителя директора лицея по учебно-воспитательной работе трудится 10 лет. Мы управленцы, то есть мы должны вести школу туда, куда она должна идти, намечать какие-то стратегические цели, задачи, тактически решать какие-то наболевшие вопросы. Работа учителя, она всегда на виду, работы завуча нет. Это тактик, это стратег, это практик, это тот человек, который ведет за собой педагогический коллектив. Завуч года – конкурс для нашей страны новый. Если учитель года уже давно на слуху, то профессиональное мастерство завучей до сих пор не оценивалось на конкурсном уровне. Новизна конкурса слабожанку не испугала, напротив, стало интересно. Конкурс проходил в течение полугода, с марта по сентябрь, включал в себя два больших этапа. Первый этап – 8 заданий, тесты и сопоставление различных карточек, и сценарий педсовета, дневник наставника, творческий фотоконкурс. Елена Крылова результативно выполнила 8 конкурсных заданий в онлайн-режиме и по итогам набранных баллов оказалась в лидерах. Вторым этапом стала проектная работа. Творческое задание, которое звучало так: какой профессиональный подвиг вы совершили, то есть какую пользу вы принесли своей школе. Оно было и самое интересное, и самое сложное, потому что по его итогам называли вот эту десятку суперфиналистов. По итогам конкурса слабожанка замыкает десятку лучших завучей России. Всего же в нем приняло участие более 4000 человек. Церемония награждения прошла в Москве. Целью конкурса, как говорили организаторы, было не просто назвать победителей, там, двух призеров, но именно вот впервые такое, что назвать список из 100 лучших завучей России, поэтому это достаточно престижный список. А уж говорить о том, что десятка – это очень престижный. География участников самая разнообразная. На плечах завучей огромная ответственность. От этих людей зависит многое. Кто будет учить детей, в каких условиях они будут учиться, по каким программам и многое другое. Профессиональный завуч заинтересован в том, чтобы сделать школу лучшим образовательным учреждением. И не забывает совершенствоваться сам.